Дождливый сентябрь нарушил график осенней уборки. До сих пор на полях остаются овощи и картофель. Несколько солнечных дней в октябре позволили ускорить темпы работ. Михаил Игнатьев побывал сегодня в некоторых хозяйствах республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. После проливных дождей на полях сельхозкооператива «Ударник» Маргаушского района застревают даже трактора. Обильные осадки сдержали уборочную страду надолго. Выкапывать картофель в сельхозкооперативе начали только накануне. К уборке решили привлечь дополнительные силы, чтобы успеть до следующей волны дождей. Я в хозяйстве заведующей лаборатории работаю. Просто вот специалисты все вышли на работу. Успевать-то успеваем, но народа, если много, еще бы лучше бы. Михаил Игнатьев отмечает, что на помощь работникам могут прийти и студенты вузов. Студенты нужны, примем решение и студентов мобилизуем. Самое главное, здесь недалеко, утром могут приехать, вечером могут уехать. В основном студенты все равно селане, они умеют работать. Аграриям придется работать, засучив рукава. Цены на картофель в республике сложились приемлемые, урожай неплохой. Сейчас с одного гектара удается убрать более 130 центнеров. Картофель лежит в земле почти 4000 гектаров. Если все это перевести в денежные составляющие, это примерно 600-650 миллионов рублей по сегодняшним ценам, которые сложились. Но несмотря на это, конечно, хозяйство принимают определенные ответственные решения для того, чтобы техника выходила. Понятно, комбайны плохо идут, можно сказать. Направляют, выводят по поля копалки, после копалки картошек чище. Самая главная задача сейчас – мобилизация человеческих ресурсов. В районах продолжают собирать и кукурузу, правда, качественные всходы удается получить не каждому. На недоработке глава региона указал руководителям хозяйства «Ударник». Кто так кукурузу сеет? Калиброванные семена, сеялки хорошие. И четко, значит, это самое. И урожай получите его 120 центнеров с гектара. В хозяйстве «Прогресс» Чебоксарского района сумели вырастить хорошую кукурузу. Этот опыт надо распространять, считает глава республики. Вот у вас она, семена, не те гибриды, да? Она сплющенная у вас. А это какой полный, подержи его. А? Вот. Здесь намного ценностей больше, чем уже ветром. Здесь даже после сушки вы потеряете. Поэтому не надо жалеть деньги на семена, кое-какие на какие-то удобрения. В этом году в хозяйстве намерены получить более 2000 тонн зерна кукурузы. На полях работают новые комбайны. Михаил Игнатьев отметил хорошую работу некоторых руководителей хозяйств в сложных погодных условиях и вручил им часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.